за искусство. Прямая трансляция с пещеры Жемчужная. Мы находимся в гроте, который называется Могила, где, собственно, стоит книга отметок о том, кто пришел, кто ушел и что вообще здесь забыли люди. Это могила. Могила Белого. Тут описано, что делать нельзя. Предавать друзей, оставлять любого в беде, сидеть на столе, прикуривать от того, что светит, ругать пещеры, ругать того, кто потерял свою вещь, жалеть о потерянных вещах, оставлять мусор в пещере. А это приношение, соответственно, Белому, чтобы ничего не случилось. Это журнал, куда вписывают, обязан вписывать пришедший себя. Какое сегодня число? Сегодня уже 10-е. Да, пиши. Ну да, Женя, Марьям, Ольга. Подснимем дорогу, по которой мы идем. С одной стороны, чтобы не забыть и не потеряться, где мы шли. А с другой стороны, просто потому что это достаточно прикольно. Мы спускаемся все ниже и ниже под землю. Над нами примерно уже 8 метров грунта. И мы оказываемся в гроте, который мы окрестили грот перед метро, потому что вот за этими лозами находится очень длинный прямой тоннель, затопленный водой, который спелеологи называют метро. Тоннели узкие, неудобные, но это за раз очень весело. Не мы. Так. Я забыла, что... Я возьму в руку. Удовольствие с бутылкой. Я аккуратен. Мне уже хватает. О боже. Ольга. Ольга по моче похуй, она просползет и все. И улыбается. Как сложно. Это балки, которые держат потолок. Вот смотрите, если по этой балке хорошенько врезать ногой, то, скорее всего, это видео никто больше никогда не увидит. Кто увидит? Потому что мы останемся здесь. Блин, какие они узкие, черт. Давай. Даже не система пещер Жемчужная, Сарминские пещеры, легендарный шкурник Гулкач, самый узкий, самый долгий лаз в этих пещерах, и мы собираемся его покорять. Должно быть весело. Че, идти? Давай. Там же все равно ползти долго. Так, ну что ж, погнали, ребята. Знаете, почему он называется Гулкач? Потому что он очень гулкий. Вот, а гулкий он из-за того, что где-то под ним есть карстовые полости.
Это называется почувствуй себя в жопе. Да капец. Обратно ползти сложнее. Да? Гораздо. Все меньше. А, покажи мне Ольгу. Давай куда-нибудь в бок. Ольга где-то там. Ольга, привет. Я тут. Ладно, ну что, на выход? Да, давай. Вот, блин. Продолжение системы пещер после гулкого шкурника. Место, в которое попадают немногие. Даже карта сохранилась. Но мы сюда попали. Да, мы молодцы. Я не рекомендую вам это есть.